Путин не исключил ужесточение наказания за ошибки врачей. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн». Прямо сейчас расскажу подробности. РИА Новости сообщает, что президент России Владимир Путин не исключил ужесточение наказания для врачей за ошибки при обследовании и установлении инвалидности пациентов. Такое заявление глава страны сделал на встрече с общественниками. Президент обратился к присутствующим на встрече министру здравоохранения Веронике Скворцовой и вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой подумать над этой проблемой. Сам Путин заявил, что возражать против усиления наказания он не будет. При этом глава государства уточнил, что и сейчас за недобросовестное исполнение своих обязанностей можно понести наказание в соответствии с действующим законодательством. По его словам, важна не степень ужесточения, а его обязательность приведения в исполнение. В таком случае закон ужесточать не придется. На этом у меня все. Следите за новостями из жизни столицы и не только на сайте mymsk.online.